и зна шагает по дворам в лучах тепла и света. Сегодня праздник наших мам, и нам приятно это. Мама моей мамы, бабушка моя, ты мой добрый ангел, это знаю я. Во вчерашнем странном сне все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь вдруг меня поцеловать, ветер знает, где меня искать. Весенний день ворвался в это небо. Я вспомнил, где я не был, о чем мечтал остановиться мне бы. Это создание земное, какого на Млечном пути не сыскать. И если женщина — слово святое, то трижды священная женщина — мать. Женщиной на земле.
но руки добрые твои всегда меня оберегали. Мамины руки, мамино сердце нежно хранят минуты детства. Мамино сердце, мамины слезы нужно понять, пока не поздно, что так легко ее обидеть, своих ошибок не увидеть, а мама просто хочет рядом быть. Бабушкам и сестрам, родным и близким, своим крестным, учителям и поварихам, домохозяйкам и портнихам, бухгалтерам и инженерам, врачам, бизнес-леди, пенсионерам, а также прочим. Мы всех вас очень любим. Желаем вам всего, чем жизнь богата, здоровья, счастья, жизни долгих лет. Пусть этот праздник, день 8 марта, на целый год в душе оставит добрый след. Вот и подошел к концу наш праздничный вечер. Еще раз с праздником! До новых встреч! До новых встреч!